Капитан, еще один! Гигантский корабль! Она на нем! Буря! Фила! Она на нем! Как ты? Нужна помощь? Нужна... Ничего не нужно. Твой корабль уничтожен. Ты! Аморк рассказал мне все о проклятых. Ты не виновата, что родил... Фила! Я столько всего... Поздно. Я хотела защитить... Я тонула. И кто меня... Тебе не стать одной из них. Что? Я знаю, кто я. Тебе не нужно никому ни... Ты понимаешь? Нет. Может, мы про... Нет. Прошу, Фила. Да... Ты ей нужна, Клета. Мама! Ты моя дочь, Фил. Мама! Твоя вина! Я сотру тебя с лица земли! Бой! Вставай! Закончи начатое! Такова воля Аморга! Мы тебе не враги, Фила. Для вот... Мама, не умирай. Ты моя дочь, Кассандра. Отец, можем отплывать. Но теперь они вместе. Дарина, так скоро уедут. Нужно успеть встретиться с ними.
И... Нет. Может... Кассандра. Дари. Ну, вот и все. Вот и все. Натак, Дари. Плывите подальше отсюда. И не оглядывайтесь. Я оставил тебе письмо. Написал все, о чем мы молчали. Оно в Димах, в доме. Найди вино! А как же? Натак и Дари в без... Как тихо. Однажды здесь звучал смех. Может, однажды это достаточно? Письмо на так. Так. Хотя бы вино есть. Хотя бы вино есть. Между людьми не часто возникает. Неужели Дари не спал всю ночь? Нужно поздороваться. Ты вообще спишь, Дари?
приятный морской ветер, запах океана. Все это. Самый голодный воин Греции вновь опустошил наши запасы хлеба и молока. Спартанцы все такие. Он так скоро всех нас объест. Значит, молоко и хлеб. Нет, вдвое. Я должен был отдать это торговцу, но... Да как тут передам это? Купить хлеб и молоко. Кассандра, как ты, мой лучший покупатель? Устала. И хочу есть. А, у меня было так же. Хорошие годы. Да. Вот то, что задолжал Дарий. Насчет хлеба. У меня кончилась пшеница. Ради любимого торговца. Спасибо, Кассан. Скоро принесу пшеницу. Это недалеко. Хочешь рыбы? А, нет, спасибо. Живет у самого моря, а рыба не свежая. Крестьянин живет рядом. Это быстро. Когда он приди, зайдет ко мне. Уже скоро. Меня прислали за пшеницей. Хорошо, она там, у ограды. Вот и пшеница. Сейчас буду. Готово. Хлеб только испек. Скоро увидимся. Кажется, скоро я буду работать. Вполне возможно. Как мой Элпидий, как мой сынок. Скучает по маме. А она по нему. Обещай мне, Кассандра, теперь это наша жизнь, это наш дом. Ты помнишь Македонию? Конечно. Стены пыли, огня, охотник. А я помню лишь тебя, Натак. Только тебя. Дом не место, а люди в нем. Это мы. Пока мы вместе, мы — это наш дом. Смотри, Элпидий, здесь выросла твоя мама. На Кефалинии. Вон там. Но только здесь. Только встретив тебя, я... Наконец обрела дом. Помнишь Клету и Филу на пляже? Они не смогли изменить судьбу. Все всегда кончается смертью. Моя семья столь долго была в бегах, но удалось ли нам скрыться? Будущее не угадаешь. Остается лишь делать то, что мы считаем правильным, и справляться с последствиями. Битва. Нет, наша война с Орденом не закончится при моей жизни. И при твоей. Но не судьба правит. Наш Леонидик сегодня заговорил. Что? Я... Быть не может. Деда. Хотя, может, он просто рыгнул, так сразу и не... Кто у нас тут такой талант?
Есть ли в мире хоть что-то прекраснее простой жизни? Передай в Персию. Нужен флот. Нужны войска. Слушаюсь, Аморг. Скоро увидимся, друг. Письмо от Дарьи. Он устраивает праздник в Димах. Хотелось бы взглянуть. Бывает одиноко? 30 лет скрываться, сражаться и... 28. В это время бывало одиноко? Со мной Натак, со мной Элпидий. Конечно.
Зачем жить, если не быть лучшим и не брать лучшее? Мне не понять. Я бы ушел. Мужчины полезны в руках правильной женщины.
уходи! Кассандра. Дарий. Я слышал, как ты подошла. А я и не скрывалась. Угу. Рада тебя видеть. Они скучали. Мне бы так хотелось остаться здесь. Мы с тобой не можем без приключений. Я долго хотел добраться до Персии. Мечтал о ней. Но родительский долг важнее мечтаний. Нельзя бросать семью. Как там мой сын? О, Кассандра, Элпидий в ужасной опасности. Он пропал. Что? О, они играют в прятки. Опять? Знаешь, когда она так был маленьким, он тоже обожал эту игру. Элпидий там же, где обычно? Он любит этот пляж. Иди, найди его. Конечно. Я за тобой, Дарий. Идем, пляж вон там. За тобой не угнаться, Дарий. Может, ты стареешь? Это Кассандра. Вы с Элпидием опять играете в прятки? Конечно. Они на пляже. Я видела стены огня, небо черное от стрел и больше чудес, чем сам Геракл. Но быть матерью страшнее всего. Это бой другого рода. Ты справишься, Кассандра. Все идет хорошо. Куда же подевался Элпидий? Элпидий! Ты где? Мама идет тебя искать. Элпидий любит плескаться в сосудах с водой. А может, мой маленький воин прячется здесь? Да нет. Шатер. Мы как-то спали в таком и смотрели на звезды. Наверное, он здесь. Здесь нет. Как хорошо он умеет прятаться. Где мой малыш? Где мой сын? Элпиди с папой могут прятаться в этих обломках. Ну-ка посмотрим. Ага, вот ты где. Ух ты! Твоя мама могучая мистия. История о том, как она тебя нашла, войдет в легенды.
Заплати Мистии за ее героическую помощь. Оплата все та же. Вот ты и дома. Я скучала, любимый. По вам обоим. Мне написал Дарий. Говорил о каком-то празднике. Мы решили устроить семейную встречу. А какая семейная встреча без славного пира? Мы с Элпидием зажарим кабана, да? Кабан? Как в тот раз. Мы с Кассандрой поищем моллюсков. А мы разожжем костер. До встречи, мой воин. Идем, Кассандра. Наконец-то мы сможем побыть вдвоем. Похоже, Дарий рад нянчиться с Элпидием. Появление внуков меняет людей. И как только ты разглядела радость за этой бородой. Как думаешь, кем станет Элпиди, когда вырастет? То есть, продолжит ли дело семьи, станет Мистием и будет странствовать по Греции? Это неплохая жизнь. У меня есть лодка. Даже корабль. Он станет кем захочет. И он всегда будет нашим сыном. Тихо, местечко. Тут не глубоко, а как раз для Элпидия. Давно я не ела моллюсков. Проводить с тобой время вот так? Мне так нравится. Мне тоже, Кассандра. Мне тоже. Ну, как думаешь, на кого из нас похож Элпидий, а? Наверное, ты прав. Для пиршества хватит. Надеюсь, другим тоже достанется. Пойдем к утесу, пока отец не вернулся. Хочу тебе кое-что показать. Утес вон там. Пока рядом Элпидий, нам не удастся побыть вдвоем. Он очень требовательный мальчик. Вид просто... бесподобный. Ты что-то хотел мне показать? Может быть. Так чего мы ждем? Не будем терять время? Я не растеряла свой пыл? Было чудесно. Но я позвал тебя не поэтому. А. Ты должна это увидеть. Вроде какой-то
Талисман? Давным-давно мне отдала его мама. Сказала, что он убережет меня от бурь. Она была права. Ведь ты здесь. Жаль, мы с ней не знакомы. Теперь он мне больше не нужен. Да так! Я никогда не брошу вас с сыном. Даю слово. Я знаю. А вот и он. Мой большой мальчик. Элпиди хочет есть. Конечно. Они с дедушкой потрудились на славу. Зачем? Завтра он может поспать подольше. Пусть отдохнет. Сегодня был длинный день. Я пойду с тобой. Да ладно. Элпиди, попрощайся. Ну, почти. Это она, Дарий. Обычная жизнь. Дарий! Бежим в деревню. Живо. Ну. Элпиди! Тебе все говорят. Все в порядке. Я иду. Мама рядом. Натак, Элпиди, я сейчас. Артабан, Кассандра, добро пожаловать. Аронт, ты был в Ордене?
Он и есть Орден. Аморг. Я тебе... Мы ведь были защитниками, помогали людям. Это не... Да не... Кассандра, иди. А ну, с дороги, живо! Кто еще? Ну, кто еще? Давайте, рискните! Иди, ты спасешь Элпидия. Только с тобой. Нет, я отвлеку Орден, чтобы вы могли уйти. Но их много. Это не обязательно. На споры нет времени. Подумайте о ребенке. Я люблю тебя, Натак. Отец, вернись живым. Береги их. Обещай. Обещаю. Беги! Думаете, это сойдет вам с рук? Я убью вас всех!